Бесплатные обеды для бездомных. Красный Крест продолжает свою программу поддержки обездоленных. Но не только кормят, но и предоставляют возможность пройти медицинское обследование, флюорографию. Программа горячего питания для бездомных направлена не только на то, чтобы обеспечить питание бездомным в холодное время года, но и снизить процент заболеваемости туберкулезом, говорят в Красном Кресте. Еще 7 лет назад количество больных туберкулезом среди бездомных по региону составляло 10%. Сегодня же не более 3%. Налицо такая положительная тенденция. Слава Богу, эта зима теплая. Наверное, Господь смилостился над нами и оберегает наших бездомных. И, естественно, я думаю, будет уровень заболеваемости все меньше и меньше. В меню – вермишель быстрого приготовления, пачка сухариков и стакан кофе. Кормят бездомных здесь 3 раза в неделю. Сотрудники Красного Креста говорят, что многие горожане не остаются равнодушными к проблемам бездомных. Приносят старую одежду и продукты питания. Откликаются люди. Мы очень рады, что вот это вот действительно какое-то милосердие и добро человеческое не иссякает. Мы очень рады действительно вот любой такой помощи. Бездомные за помощь благодарны. Говорят, приятно, что не только кормят, но и за здоровьем следят. Вот сделали мне сегодня рентген. Сказали, 3 числа придешь, если ты болеешь, мы тебя направим в больницу, положим. Кушать дают здесь, вещи дают. Здесь помогают нам. Красный Крест, директор. Я его уважаю. Не знаю, как его звать. Неважно. Я сам бродяга. Живу на Теплотрассе. И я не всегда здесь ем. Я прихожу здесь, квас беру и сухарики. Больше мне ничего не надо. Сейчас в Запорожье работает 7 пунктов горячего питания для бездомных. За день работы каждый из них может обслужить порядка 50 человек. Всего в области, по самым скромным подсчетам, порядка 5000 бездомных.